Избранные главы Афипского и Азовского поселений Северского района официально вступили в должность. Инаугурация новых руководителей местных администраций состоялась на открытых сессиях советов. В Афипском поселении главой избрана Юлия Вакуленко. Уроженка Краснодара окончила Кубанский государственный аграрный университет. В администрации поселка работает с 2001 года. В торжественной обстановке Юлия Вакуленко принесла присягу и приняла заслуженные поздравления от исполняющего обязанности главы района Дмитрия Малова и депутата законодательного собрания края Сергея Орленко. Я уже второй созыв наблюдаю, как слаженно работает все здесь в Афипском. И действительно многому учатся, сюда приезжают. И я хотел бы, чтобы вот тот курс, который задан, он действительно был продолжен. Афипское поселение в районе является флагманом во многих отношениях и в части экономического развития, и в части организации работы. Конечно же, не могу не отметить работу Юрия Антоновича, который очень много лет здесь работал, и благодаря усилиям которых такая замечательная команда собралась в поселении. Теперь, конечно, жизнь поселения, люди поселения в руках ваших, Юлия Евгеньевна. Я уверен, что у вас все получится. Поздравил свою преемницу и бывший глава поселения Юрий Коваленко. Имея за плечами огромный опыт работы в Афипском, Юлия Вакуленко давно заработала доверие и уважение жителей. Я благодарю вас за доверие и поддержку, оказанные мне при проведении выборов. В свою очередь, я вместе с командой администрации поселения сделаем все возможное для защиты интересов жителей, для исполнения наказов избирателей, для повышения качества жизни афипчан. Открытая сессия совета прошла и в Азовском сельском поселении, где главой избран Василий Беренский. Родился в станице Северской, где окончил 45-ю школу. После армии более 30 лет нес службу на различных должностях в Северском районном отделе МВД. Полковник в отставке. С января 2024 года исполняет обязанности главы Азовского поселения. Надо везде работать, надо на благо жителей, на благо наших станиц, на благо нашего поселения и на благо Северского района и Кубани. Спасибо вам огромное. На открытых сессиях также вручили удостоверение избранным депутатам поселений.